Как рассказали сотрудники ОГИБДД и Управления МВД России по Одинцовскому городскому округу, самые маленькие жители присоединились к дистанционному обучению по правилам дорожного движения. Находясь дома в режиме самоизоляции, дети повторяют правила, изучают знаки, а также создают тематические рисунки. Это различные напоминания и предостережения для водителей, пассажиров и пешеходов. Ребятам помогают родители, которые во время домашнего досуга рассказывают о безопасном поведении на улице.